Привет, друг! С тобой Айван. Мы продолжаем играть с тобой на сервере CCD Planet, сервер GTA 5, все как всегда. И сегодня, по многочисленным просьбам, я солью нового АХК-бота на сервере. Спойлер, это карается баном. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Я думаю, многие ждали этот видос, поэтому поставьте сразу лайкос, подпишитесь на канал, ведь наша цель 3500 подписчиков к Новому году. Сделай с красной кнопкой серый, присоединяйся к нашей братве. Собственно, что такое АХК, что за бот и что это вообще такое? АХК-бот — это специальная программка, которая запускается как доп. Ты ее просто запускаешь, нажимаешь на клавишу, она автоматически тебе собирает ресурсы, автоматически перекидывает в инвентарь, короче, упрощает твою работу на бирже. Сразу призываю в начале ролика, я много раз повторюсь, что я не призываю вас к использованию этой программы, потому что от 18 сентября 2021 года раздел 1 общие правила, 7 пункт, запрещено использование сторонних программ, а также модификации игры, дающих преимущество в игровом процессе, либо автоматизирующих его, например, боты и т.д. и т.п. Поэтому я вас предупредил, сливаю, потому что многие просили. Ну и, конечно, это просмотров наберет. Как минимум, в сентябре и в октябре выходил ролик по ХК-ботам, где я сливал даже 3 ХК-бота. Сначала первый, который набрал 3500 просмотров. Потом вышел сразу второй, который набрал 3000 просмотров. И еще вышел потом ХК-бот на рыбалку, который набрал 1500 просмотров. Поэтому давайте под этим роликом соберем такую же активность. Я буду вам очень-очень благодарен. Собственно, что старыми ботами не так? Как вы мне зафлудили личку, комментарии, что бот не работает, ты нас надурил, дизлайки, пацаны. В последнем обновлении CCD Planet они решили устранить вот этот нюанс с ботами. Они решили перенести кнопку «Посмотреть багажник» немножечко выше. То есть, когда ХК нажимает на эту клавишу, он не нажимает сюда, он нажимает на действие, и персонаж автоматически начинает бить твой автомобиль. Не знаю, походу некоторым игрокам реально было сложно догадаться, что просто нужно поменять координаты мышки. Все, там надо было просто правой кнопкой мыши открываем АХК, Edit Script и просто вписываем туда другие значения. Все. Ну, а кто не разобрался, я сейчас вам покажу, как же его установить, но как он работает, я показывать не буду, потому что не хочу отлететь в бан. Но если вы такой рисковый пацан, можете, в принципе, зайти и как бы играть, но я к этому вообще не призываю. Вот, если хотите посмотреть, как он работает, я оставлю все 3 АХК-бота предыдущих в описании ролика. Также там будет вся информация, все ссылочки. Можете зайти посмотреть. Знаешь что, давайте сразу проговорю, что этот АХК-бот работает только на расширение Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. Если у вас другое расширение, либо делайте такое, либо вам нужно просто переписывать все точки в боте. Что не особо, конечно, хорошо. Первое, что нам нужно, это установить программу AutoHotKey, которая будет открывать этот скрипт и воспроизводить, можно сказать. Поэтому заходим по первой ссылочке в описании, AutoHotKey, либо в гугле пишем, вообще без разницы. Нажимаем Download, Download Current Version, скачиваем текущую версию. У кого старая, можете обновиться на всякий случай, чтобы работала. После скачивания устанавливаем, думаю, вы не маленькие, установите и без меня. И по ссылочке в описании переходим на Google Диск и скачиваем файлик под названием AHK-CCD. После того, как вы скачали этот наш скрипт, который будет работать и помогать вам в дальнейшем на бирже, поэтому все, что нужно, это нажать правой кнопкой мыши, запуск от имени администратора, нажимаем «Да». И справа внизу возле даты, мне из-за того, что второй монитор не видно, появляется зеленая буква H и вот такой вот экран. И пишет, что скрипт успешно запущен. В принципе, можете сворачивать и идти работать. Едем на биржу, смотрим по ценам, потом приезжаем на место, залазим на крышу, нажимаем на клавишу и он собирает. В принципе, по клавишам управления все так же. Home — это доски, End — это металл, Page Up — это картошка, Page Down — это раки и Insert — это остановить. И все-таки после установки, настройки и пробы в игре что-то у вас не выходит, что-то идет не так. Сейчас вам расскажу топ-5 причин,
почему у вас это получается. Первое — это устаревшая версия AutoHotKey. Если вы устанавливали еще ту версию, которую я сливал еще в предыдущих видеороликах, то сейчас вам просто нужно обновить AutoHotKey, удалить старый и закачать новый. Второе — это скрипт запущен не от имени администратора. Хотя я раньше и запускал без администратора, и все работало, но на всякий случай можете запустить от имени администратора. Третье — это в игре не установлен полноэкранный режим, это обязательно. Вот, и, как я говорил раньше, Full HD должно быть расширение. Четвертое, нужно лутать только на крыше своего автомобиля. Ну и пятое, о которой говорили сами игроки, что должна быть включена английская раскладка. Хз, но почему-то у половины игроков не работает именно из-за этой причины AutoHotKey. Еще раз вам повторю, что это наказуемо баном, так что вы можете использовать его на свой страх и риск. Я его не использую и никого не призываю к этому. Поэтому вся ответственность на ваших плечах, можно сказать. Я надеюсь, этот ролик ты долго ждал, поэтому поставь лайкос, напиши комментарий, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про подписку, сделай и с красной кнопкой серой. Моя цель — 3500 подписчиков к Новому году. Вроде успеваем, если наберем, то будет большой-большой конкурс. И про колокольчик не забывай, нажимай на него всегда, чтобы смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.